Об экономическом сотрудничестве говорил премьер-министр во время визита в Канаду. Объемы торговли между нашими странами вырастут уже до конца этого года. В этом Владимир Гройсман уверен. Сегодня он встретился со спикерами Сената и Палаты общин, а еще принял участие в заседании парламентского комитета международной торговли. Канадские депутаты интересовались в первую очередь потенциалом аграрной отрасли и вопросами борьбы с коррупцией. По словам Гройсмана, Украина сейчас проводит реформы во всех сферах, а кроме АПК есть перспективы для сотрудничества в энергетике и аэрокосмической сфере. Мы создали качественный базис для расширения торговли между нашими странами. Теперь необходимо развивать контакты между нашими предприятиями и предпринимателями. Но несколько сотен миллионов долларов – это не тот максимум, которого мы можем достичь в торговле между нашими странами. Я надеюсь, что с каждым годом мы будем видеть рост товарооборота, и надеюсь, что зона свободной торговли вскоре распространится и на сферу услуг.